Врач-терапевт местной амбулатории Елена Ляккер рассказала ребятам, как наркотики влияют на здоровье и психику человека. Особый интерес у подростков вызвали рисунки людей, находившихся под воздействием наркотических веществ. Все ребята отметили то, что картина, которая нарисована, человека, находящегося под наркотическим веществом или находящегося в зависимости, они имеют определенную логику. И кроме страха, боли, ужаса и нереальности картин, там нет ничего. Мы сотрудничаем с амбулаторией уже 2 года тесно. Вот. И часто они к нам приходят с различными темами, рассказывают, и молодежь прививают, и подростков, и разные возрасты, на разные темы. Диалог Елены Ляккер с ребятами прошел на равных, ведь занятие проводилось по определенной методике. Подростки без стеснения задавали интересующие их вопросы. Наркотики – это смерть, это деградация, разрушение личности, это несчастье, это обман, все это иллюзия. Подобные дискуссии, встречи и лекции проходят в библиотеке поселка Развилка регулярно. Основная их цель – еще раз напомнить детям о вреде наркотиков, которые являются одной из насущных проблем современного мира. И борьба с ними просто необходима.